Недавно поговаривали, что Гарик Харламов расстался с актрисой Катериной Ковальчук, однако пара быстро развеяла эти слухи, а буквально накануне влюбленные порадовали поклонников неожиданной новостью. 43-летний Харламов опубликовал в личном блоге видео, как едет с возлюбленной в машине. Неожиданно Гарик показал руку 31-летней Катерины. На ее безымянном пальце красовалось кольцо с красивым камнем. Артист подписал кадры так, что ни у кого не осталось сомнений, вскоре он женится третий раз. «Теле-теле тесто», – отметил Харламов. Подписчики звезды шокированы. И известие, некоторые из них отнеслись к сюрпризу с иронией. «Бог любит троиц, пусть на этот раз будет на всю оставшуюся жизнь. Сейчас обратитесь к нотариусу, подпишите брачный договор, она в курсе, что ты геймер. Надеюсь, она вас любит искренне», – обратились комментаторы. Напомню, о романе Харламовой Ковальчук стало известно в 2021 году. Несколько раз влюбленные намекали на разрыв, сплетни о расставании обсуждались и несколько месяцев назад. Но в апреле юморист поделился в видео с Катериной, где напевал песню Леонида Утесова «Сердце». Новости о свадьбе Гарика определенно рада его мама. Наталья Игоревна всегда с теплотой отзывалась об актрисе, чем не могла похвастаться Кристина Асмус. 2 года назад женщина раскритиковала бывшую невестку из-за жилищного вопроса. К слову, вторая супруга комика перестала публично задевать его. В феврале Асмус поздравила бывшего мужа 43-летия. «Семья, с днем рождения!» – так обратилась к Гарику артистка. А как вам эта новость? Пишите свои мысли в комментариях.